«Начни день с утренней зарядки». Под таким лозунгом прошла масштабная спортивная акция в Махачкале на стадионе Елены Исимбаевой. В ней приняло участие порядка 3000 человек. Это сотрудники, преподаватели и студенты Дагестанского гуманитарного института, гуманитарно-педагогического колледжа и медицинского колледжа имени Башларова. Предваряя акцию, ребята провели небольшой флешмоб, выстроившись в виде букв, аббревиатур названий своих учебных заведений. Далее с бодрым настроением участники приступили к спортивной разминке. Акция прошла по инициативе общественной организации «Трезвая Россия» и Министерства по делам молодежи при поддержке Департамента науки и образования Муфтията Республики. Кадровым резервом «Мой Дагестан» реализуется на территории республики много интересных положительных проектов. В частности, этот проект «Начни утро с зарядки», эстафету, по которому получил я, он уникален и замечателен, и привлекает тем, что формирует позитивный образ среди молодежи. Это мероприятие проводится с той лишь целью, чтобы молодежь Республики Дагестан, студенческие ряды ориентировать на здоровый образ жизни, на занятия спортом, на зарядку –